родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. В журнале Ералаш. Спрашивается, сколько можно стоит карандаш? Папа, проходи, садись. Вася, миленький, что с тобой? На тебя кто-то напал? Нет. Неужели ты стал жертвой автокатастрофы? Еще чего. А что же тогда? А-а-а! Ты откуда-то упал. Марья Ивановна, ну какой напали? Какой упал? Я с сестренкой младшей посидел. Вот артист! А я поверила. Только контрольную все равно придется писать. Вот дает. Артист. Вася, я соскучилась. Давай поиграем. Нет! Расскажи сказку. Оцинь. Ну, пожалуйста. Ну, Оля. Отстань, я сказала. Возьми в чемодане бабушкину шляпу. Принеси сюда. Она волшебная. Иди на кухню и посчитай до 100. Раз, два, три, четыре, пять.
98, 99, 100! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Привет! О! Привет, Свет! Пойдем сегодня в парк погуляем. Пойдем. Никуда она не пойдет. А что ты здесь раскомандовался? Конечно, пойду. Ах ты так? Ну ладно. О, смотри. Давай покатаемся на этой карусели. Да, давай. Будьте добры, 2 билета, пожалуйста. На ближайшие полчаса билетов нет. Как нет? А он? А у него есть. О, давай купим вату. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Будьте добры, нам 2 ваты, пожалуйста. Извините, вата закончилась. Как закончилась? Всю разобрали. Опять ты. Да что ж такое-то? Пойдем. Мороженое будешь? Пойдем туда. Пойдем. Садись. Спасибо. Так. О, давай возьмем вот это. Возьмем. Что будете заказывать? Да ты достал уже за нами следить. Побежали. Извините. Извините, за нами какой-то ненормальный гонится. В чем проблема? Ты уж прости, что так получилось. Я думал, все будет по-другому. Да ничего. Ух ты, какая собака! Да что тебе от меня надо? Ты меня уже достал. Сегодня твоя очередь с ней гулять, а ты по паркам ходишь. Тоже мне брат называется. Подожди, Свет! Вместе пойдем!
зачем малиновые взял? Мама сказала, это когда заболеем. Мы с вами находимся в временном цеху фабрики... Ну да, дождешься тут. Это когда еще будет? Продукция нашего цеха пользуется широким спросом у населения. С ней хорошо знакомы как взрослые, так и дети. Наши ремни изготавливаются из лучших сортов кожи и кожезаменителя. Удачно вписываются в любой брючный ансамбль и обладают повышенной хлесткостью. Группа молодых дизайнеров сумела разработать модные силуэты... Ой, пряда, Витька, попадет! ...самому взыскательному вкусу. Высокую оценку нашей продукции дали французские модельеры, группа которых сейчас перенимает наш опыт. Но, к сожалению, оборудование цеха устарело, и мы не справлялись с планом. Ура! Но теперь новые условия хозяйства позволили нам повысить производительность труда и резко увеличить выпуск продукции. Каждый из мастеров теперь работает на 5 станках, что позволило в 5 раз повысить производительность труда. И наши ремни широким потоком хлынули на прилавки магазинов. Однако качество оставляло желать лучшего. Давай! Десятки, сотни загубленных ремней. И обидно видеть, когда вот так просто идет в корзину брака продукция, дорого обходится такая бесхозяйственность. Но благодаря нашим заводским рационализаторам нам в последнее время удалось значительно улучшить качество изделий, их прочность и гибкость. Выйдем на уровень мировых стандартов. Вот девиз работников нашего цеха. И мы с уверенностью можем сказать, что наша продукция всегда найдет своего потребителя. Марусь, ну нарисуй хоть что-нибудь. Отстань, Поль. Нарисуй мне автобус. Тащи, фломастер. Почему он не едет? А, мы колеса забыли нарисовать. Сейчас нарисуем, и он поедет. А теперь почему не едет? Ну, мы же руль забыли нарисовать. А теперь почему не едет? А, мы дорогу забыли нарисовать. А теперь почему он не едет? А может, у него мотор сломался? Сейчас починим, и он поедет. Починила? Угу. А он все равно не едет. Водитель ушел. Пришел водитель, а он не едет, не едет. Почему? Почему? Ну, не знаю, я не знаю, я не знаю. А я знаю. Потому что он нарисованный. Oh,
со мной. Ты что, не видишь? Я занят. А что мне делать? В куклы поиграй. А я не хочу в куклы. Ну тогда иди порисуй. Вот тебе листок, фломастеры, рисуй. А что? Нарисуй домик, садик, что хочешь. Ну, пойди еще нарисуй дерево с кустиком. Нарисовала. Пойди еще нарисуй корову, дерево, зайчика. Ну, не знаю, только отстань от меня. Хорошо. Пойди нарисуй кашалота, крокодила, бегемота. Все нарисовала. Тогда рисуй, что хочешь. Там места больше нет. Пошли, покажешь. Ну а где остальное? Это что? А остальное на листочке не поместилось. А как же я в школу пойду? Вот тебе раз. Куда дели мои штаны? Вот эти? Какие? Ну да, они и есть. Эх, Максим, Максим. Завтрак давай. На кухне. Вот сахар. Учебники тащи. Вот тебе твои книжки. Ну зачем так много? Ну ладно, я пошел. Да, дверь никому не открывай. А то будет как в сказке про волка и семеро козлят. Придет серый волк и съест тебя, поняла? Поняла. Никому не открывай. И бабушке тоже? А у бабушки ключ есть. Ты серый волк. Да какой я тебе серый волк? Открой, я же в школу опаздываю. Мы его не пустим. Не бойся. Открой, говорю, дверь разнесу. А, завыл? Я тебя сразу узнала. Ты серый волк. Уходи.
Максим, ты чего шумишь? В школу опоздал. Какая школа? Сегодня же воскресенье. Читай. Коль, а Коль? Чего? Скажи, а если спрыгнуть с парашюта в море и утонешь? А если в Африке встретиться с тигром? Сожрет. А если попасть в космос? Задохнешься. А если в скафандре? Что ты заладила? Если, если! Много будешь знать, скоро состаришься. Отвяжись! Ну что, Коль, долго еще? Ты кто? Да я, это я, Юля, ну? А кто же еще? Ну, дай поиграть. Юль, ты? Конечно, я. Кто же еще? Ты чего? Да почудилось что-то. Переутомился, наверное. Играть будешь? Да что-то не хочется. Ну тогда на, почитай. А я поиграю. Угу. Спасибо, баб Маш. Пожалуйста, как-нибудь поиграй вдвоем, да? У меня такая стрелялка есть. Во! Ага. Ну что еще? Давай ешь. Он горячий, не буду есть. Сейчас. Лопай, он уже не горячий. А тут лук. А я лук не люблю. Лук у тебя больше нет. Ешь. А морковка? Ладно, давай сюда. Вовка, я тебе не железный. Ешь давай. Не буду есть, он без соли. А теперь холодный. Ну вот и хорошо, ешь. А мне уроки пора делать. Дашь лупу, буду есть.
Пока суп не съешь, компот не получишь. А я маме расскажу, что ты меня не кормишь, а мама тебя накажет. Мама сказала, чтоб ты ел суп. Лапша длинная, а я хочу короткую. Короткую! Ах, ну на тебе короткую! Коль, только ты компот не выливай, компот я буду есть. Троняшки мы, я писать ходил.